Всем привет, я Юля Андреева. Я расскажу вам о погоде на пятницу, 5 февраля. Спонсор прогноза погоды – торговая марка «Чудо-хлеб». Я выбираю «Чудо-хлеб», потому что уверена в его качестве. А еще он очень вкусный. Собирая самое лучшее, вкладывая душу, мы печем хлеб, который выбираете вы. «Чудо-хлеб», сохраняя традиции. Пятница. На территории нашей области ожидается пасмурной. В Лузе минус 11, в Кирсе минус 3. А вот в Яранске, Нолинске и Вятских Полянах погода совершенно другая. Плюс 1, плюс 2 пасмурные и возможен дождь. В Кирове в пятницу будет пасмурно, возможен небольшой снег. Днем ожидается минус 4, минус 5, ночью до минус 9 градусов. Ветер подует северо-восточный со скоростью до 6 метров в секунду. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление составит 736 миллиметров ртутного столба. Магнитное поле будет спокойным. В пятницу световой день продлится 8 часов 32 минуты. Луна достигла последней четверти. На этом у меня все. Это был прогноз погоды на пятницу, 5 февраля. Пока-пока.